Сообщение от адмирала Хэкета, капитан. Передаю. Мы только что получили ваш отчет. Похоже, присутствие гетов было масштабнее, чем мы думали. Вероятно, они готовили крупное нападение в этой системе. Мы увеличим число патрулей в скоплении Армстронга, чтобы убедиться, что им не удастся создать другую базу в этом регионе. Отличная работа, Шепард. Вы спасли множество жизней. Отбой. Капитан, нас вызывают из штаб-квартиры 5-й флотилии на цитадели. Капитан Шепард, у нас неприятное известие. Во время войны первого контакта мы запустили на территорию турианцев множество зондов-шпионов. Только что мы получили от одного из них сигнал. Миссия выполнена. И где же он был все это время? Понятия не имею. Задержка передачи. Эти зонды создавали в спешке, сразу после первого контакта. И почему эти известия неприятные? Когда мы запускали эти зонды, мы не знали, с кем сражаемся, и не хотели, чтобы враги изучали наши технологии. На зонды были установлены ядерные заряды. Тактические боеголовки мощностью 20 килотонн. Это почти как бомба, сброшенная на Хиросиму в 20 веке. Если кто-нибудь найдет этот зонд, капитан, вы сами понимаете, что случится. Я понимаю, что ситуация требует вмешательства. Но у меня нет специалиста, способного с этим разобраться. Я знаю. Я не стал бы просить вас, если бы это не было настолько важно. Информация об этих зондах была засекречена 26 лет назад. Совет наверняка назовет ловушки с водородными бомбами опасными и безответственными. Если они найдут эти зонды, у Альянса будут неприятности. Я прошу вас, потому что Нормандия может добраться туда быстро и незаметно. Это в скоплении Вояджера. Скопление Вояджера? Но это очень далеко от турианских территорий. Как зонд туда попал? Не знаю. Возможно, кто-то обнаружил его и отвез туда. А может быть, он заблудился. Этот зонд летает по галактике со времен войны. Займемся этим немедленно, адмирал. И постараемся сделать все тихо. Капитан, я очень это ценю. Удачи! 5-я флотилия. Отбой.
шахта. Вот источник сигнала. Мне это не нравится. Согласен. Эта штука не падала. Кто-то специально привез ее сюда. Они могут не знать, что попало к ним в руки. Надо найти зонд, пока они его не взорвали. Так точно. Обманул нас. Шепард, наконец-то! Я вас знаю? Вы меня не помните? Неважно. Главное, что я вас помню. Я не забываю своих врагов. Меня зовут Иланос Халиат. Сомневаюсь, что вы помните это имя. Как вы думаете, Шепард, кто управляет кланами систем Термина? А? Тысячами пиратов, работорговцев, бандитов. В большинстве криминальных сообществ лидером признают самого успешного. Это верно. Тот, кто убьет больше всего людей, захватит больше всего кораблей, разорит больше всего колоний. 3 года назад я был сильнейшим. Я использовал свое влияние, чтобы создать флотилию. Мы могли выгнать вас из предела. Вы организовали атаку на Элизиум. Я был инициатором, вдохновителем, тем, кто обещал богатство и славу за уничтожение крупнейшей колонии людей в скоплении.
и тем, кого обвинили в неудаче, в которой на самом деле виноваты вы и ваша проклятая контратака. Мой экипаж прилетит за мной. Пускай, мы будем их ждать. Военный корабль Альянса — хороший трофей. Да, если вы вдруг не заметили, руда здесь насыщена тяжелыми металлами, так что ваш сигнал просто не достигнет цели. Мы еще встретимся, Халиат. Можете не сомневаться. Я очень в этом сомневаюсь. До свидания, Шепард. Что будем делать дальше, капитан? Мы найдем выход. Нужно разобраться с одним гадом там, наверху. Ищите, что здесь можно использовать.